начал наебутся на меня. В общем, потом мне тратил, сказал, вот ты постарше у них, и я поехал за бананы, я дел бананы, потом приехал сюда. Тихо. Что началось-то, сука? Ну вот, я приехал, он меня тут связал, и вон он там стоит, говорит, хозяин. Говорит, хозяин, начинает ехать, потом салон, потом он уже разбираться начали, потом мне дали вот этого человека. Бля, тяжело, сука, не могу, не усваиваю такую информацию. Давай-ка еще раз, нахуй. В общем... Пойдем на наше место.